На здоровье мне. Не стала она говорить. Не, букву поменяли. Накапливать знания, вы будете формировать свою волю, прилежание, вы будете готовиться к самостоятельной жизни. К нам в школу прибыли новые ученики из разных школ, более 100 детей прибыли из детских садов, поступили к нам в первый класс. Я прошу всех вас принять их в свои детские коллективы с большим вниманием, проявить дружбу, помочь им освоить наши традиции, нашу культуру, помочь им вместе с вами овладевать знаниями. В школу к нам прибыли новые учителя. Светлана Ивановна Лященко. Она окончила педагогическое училище и будет работать в школе в начальных классах. Масликова Елена Петровна, бакалавр, закончила. Это какую степень она получила, какое звание. Будет, окончила она Минский государственный педагогический университет, будет преподавать у вас биологию. Пожелаем им успеха у нас в школе, проявим к ним внимательность перед всеми учителями. Стоят тоже новые задания. Помочь вам освоить новые учебные курсы. Главная задача, которую мы с вами будем решать,
это расти здоровыми, выносливыми и умными. Решить эту задачу мы сможем только в том случае, если у нас будет сплоченный детский и педагогический коллектив. Только совместными усилиями мы сможем добиться хороших результатов. Я хочу поздравить всех здесь присутствующих с началом нового учебного года, пожелать всем здоровья, счастья, успехов во всех наших делах. Пусть всем нам сообщество, радость, улыбка, дружба, взаимопонимание. Всего вам доброго. Этот мир чудесный и прекрасный. Мы навсегда своей судьбой. Панасоник? Ты не решил меня на точно Панасоник? О, у меня пара. Это удачи? Вверх куда-то. Сюда нужно опускаться. Это непрочтенная страница. Звездные орбиты, новые орбиты звездных стран. Это все, что может воплотиться в недалеком будущем. Пусть не все известно вам заранее, и подчас подъем бывает труд. Вам всегда во всем помогут знания, вам всегда во всем поможет труд. Долгий и трудный поход на знания отправляются сегодня 110 вчерашних дошкольников. Они пришли, чтобы влиться в нашу школьную семью. У порога школы и встретили их новые первые учителя. И мы приглашаем на линейку первый А-класс и его классного руководителя Сермяшко Лилию Викторовну и воспитателя группы продленного дня Дубовин Кириллу Леонидовну. А сколько вокруг замечательных книг! Великое дело учиться! Поздравить первоклассников со вступлением в школьную семью пришли те, с кем еще вчера наши первоклассники делили свои игрушки. Это воспитанники старшей группы детского сада. И им слово.
Рады я играю, для яе не наши. Быцам зорки в очи рай нагорать. А маленький Вова плачет, чуть не по... Ой, что тут плакать, дам мне хоть портфель твой трошки подтримать. И что там рядом живой, что было? Валерчанка. Валерс? Нет. Давай на камеру спросим. Мы живем уже в Питере. Подарите.